В Луганском учебно-воспитательном комплексе «Новое поколение» для учащихся старших классов к началу проведения специальной военной операции на Украине в форме круглого стола проведен патриотический час. На мероприятии ребятам рассказали о том, что пришлось пережить луганчанам летом 2014 года и о последних событиях на Донбассе. Также учащиеся смогли пообщаться с гостем, военнослужащим 2-го армейского корпуса Алексеем Знавенко, который рассказал о ходе проведения специальной военной операции на Донбассе и какие причины подтолкнули российское руководство к этому. Кто здесь оставался в 2014 году, тот прекрасно помнит те ужаснейшие обстрелы, которые просто истреблялись, мирное население истреблялось. Стрелялось просто по городу. В большинстве случаев, где даже не было никогда вообще абсолютно военных. Стрелялись детские сады, стрелялась инфраструктура, стрелялась, дабы создать ужасные условия для проживания. Очень больно о том, что нашим детям приходится общаться на данные темы, на тему войны, на такие как бы совершенно не детские темы. Но было приятно то услышать мнение детей по всему этому поводу, поскольку детишки радеют за наше общее дело, переживают, и было очень приятно. Также дети поздравили на преддверии 23 февраля, такого великого праздника для всех военных. Очень приятно, спасибо большое.